Бхагава там есть стих, в котором говорится, если Кришна вас любит, Он отнимет у вас все деньги. Это пугает многих преданных. У многих это вызывает негативное отношение к преданию. Я хочу поговорить об этом, потому что следует прояснить данный момент. В Бхагаватам этот стих звучит так. Если я тебя люблю, то отниму у тебя все богатство. Что же это означает? У нас есть пример Прабхупады. Предназначением Прабхупады было проповедовать. Кришна устроил так, что в определенном возрасте его жизнь дала трещину. Семья не помогала ему, а его бизнес разграбили. Это была милость Кришны, потому что у Прабхупады была миссия. У Махараджи Парикшита тоже была миссия — выслушать Бхагаватам. И Кришна все устроил, дал толчок. Что-то случается, и человек все теряет, у него все отнимают. У многих из нас, перед тем, как мы стали преданными, был такой опыт, когда мы что-то теряли и обращались к Богу, Кришне. «Что мне делать? Ты слышишь? Эй, ты вообще есть?» Но обычно, если только Кришне не нужно нас подтолкнуть, мы видим, что вместо того, чтобы отнимать, Кришна дает. Я даю то, что им недостает, и сохраняю то, что у них уже есть. А также «предайся мне, и я защищу тебя от всех последствий твоих грехов». Не беспокойся ни о чем. Есть шесть признаков предания. Два из них — это вера в то, что Кришна защитит нас, и в то, что Кришна будет о нас заботиться. В Писаниях мы можем увидеть, что подавляющее большинство шлок уверяет нас, если мы предадимся, то о нас позаботятся. Вы когда-нибудь встречали голодных преданных? Я вот ни разу. Есть не так много шлок, где говорится, «Если ты предашься, то будут проблемы». Тебя ждет несчастье. Как я говорил, обычно это происходит до того, как вы стали преданным. Кришна подготавливает вас. Думаю, это важно. Я видел много преданных, которые говорили, «Я боюсь предаться. Я боюсь, что если предамся, произойдет что-то плохое». Почему он думает, что произойдет что-то плохое? Если вы предадитесь Господу Шиве, он даст вам все. Если вы предадитесь Кришне, он все отнимет. Где такое сказано? Только в этом единственном стихе. Но это очень специфический стих для особых преданных и особых ситуаций, для тех, кого необходимо подтолкнуть. Но мы видим, что в большинстве случаев Кришна дает, защищает, поддерживает. И он просит нас верить в то, что он будет давать, защищать и поддерживать. И намного полезнее будет мыслить именно так. Если вы думаете, а вдруг, если я предамся, будет то-то, и у вас в голове возникает негативный сценарий, поменяйте его. Думайте, а вдруг, если я предамся, будет что-то хорошее. И дальше создайте позитивный сценарий. Тогда у вас будет больше вдохновения предаться, ведь все будет идти именно по хорошему сценарию. А негативный сценарий, если он и случится, то только для того, чтобы немного подтолкнуть вас. И как только вы окажетесь в нужном состоянии, обязательно включится позитивный сценарий. Очень важно помнить о том, что предание себя Кришне — это не мучение, это прекрасно.